Дорогие друзья, об этой трагедии сегодня сообщат в новостях. Это срочная новость. Подписывайтесь, друзья, на наш канал. Каждое утро мы предоставляем вашему вниманию интересные новости из жизни звезд российского шоу-бизнеса. Несколько дней коллеги известного российского киноактера Алексея Кравченко не могли его найти. Мобильный телефон был выключен, по месту жительства его не было. Только сегодня рано утром стало известно о том, что Алексей Кравченко все эти дни находился в больнице. Актеру стало плохо, он выпил какие-то лекарства, но его состояние ухудшилось, и он сам себе вызвал скорую помощь. Сейчас он находится в больнице, но пока отказывается разговаривать с прессой. Очень надеемся на то, что с Алексеем Кравченко все будет хорошо, его жизни и здоровью уже ничего не будет угрожать. Смотрите наши выпуски, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, дорогие друзья, и у вас появится возможность каждое утро смотреть интересные новости на нашем YouTube-канале. До скорой встречи, друзья! Мы всегда рады видеть вас!